Наши детки, которые приходят заниматься в Центр раннего развития «Казнайка», занимаются в течение дня с несколькими педагогами. Начало занятий у нас происходит на центральной площади Фельдман-экопарк, где нам программу свою предоставляют аниматоры. Мы делаем зарядку и также участвуем в интерактивах и разнообразных программах к разным праздникам, где дети принимают участие. Каждая группа «Экознайки» занимается с разным животным. Мы контактируем абсолютно со всеми секторами экопарка, и сектором приматов, и сектором хищников. Мы носим вкусные угощения им, мы делаем игрушки для того, чтобы животным не сиделось скучно в клетке. Занимаемся на конном комплексе, в театре детей и животных. Занятия проходят каждый раз с различным животным. Также в течение дня дети имеют возможность позаниматься в цирковой студии. В определенном помещении у нас педагог по цирковому искусству ставит вместе с детьми различные сценки и также учит элементарным цирковым трюкам: жонгляж, эквилибристика, работа с обручами. И, конечно же, это для разных возрастных групп очень-очень интересно. Также в школе раннего развития «Казнайка» проходят занятия по верховой езде. Еженедельно детки приходят к специально обученному тренеру и учатся, как себя вести правильно с лошадью. Они кормят, ухаживают, вычесывают, готовят лошадь к занятию, то есть седловка происходит. И затем каждого ребенка учат верховой езде дополнительно. Заканчивается наше занятие мастер-классом в городе мастеров, где ребята из природного материала мастерят поделочки, потом мы делаем, конечно же, грандиозно красивые выставки. Также после занятия наши дети принимают участие в чаепитии и, конечно же, обедают, потому что занятие длится у нас с 11 утра и до 2 часов. Посещая наши занятия, дети становятся более коммуникабельными, они понимают, как правильно себя вести рядом с животными. Они перестают их бояться, потому что очень много таких ситуаций, когда ребенок приходит к нам на занятия и боится ту же лошадку, да боятся, ну, всех, вплоть до домашних безобидных котиков. Конечно же, при помощи общения с животными развивается эмпатия у детей, развивается чувство сострадания и чувство того, что обязательно нужно ухаживать за братьями нашими меньшими, хорошо себя вести с ними. Ребята, которые приходят в «Экознайку», занимаются по специально разработанным программам, которые были утверждены квалифицированными педагогами. В нее включали мы очень большое количество занятий на свежем воздухе, потому что мы находимся в лесопарковой зоне, и то есть большое количество часов времени мы проводим именно на природе, в непосредственном контакте с животными. Школа раннего развития принимает детей от 2,5 лет и до 12. То есть есть младшие, средние, старшие группы, которые занимаются в разное время. Мы сейчас ведем набор во все группы, приглашаем деток. Связаться с нами и записать детей в школу раннего развития «Казнайка» можно по контактному номеру телефона, который размещен на сайте Фельдман-экопарк в разделе «Контакты».